Как быть всегда в тонусе, получать максимальный эффект от физических упражнений и улучшить метаболизм? В Химках в лицее номер 13 прошел мастер-класс для всех любителей спорта. Специалист по единоборствам Николай Алексеев рассказал участникам встречи о главных правилах разминки, которая позволяет подготовить организм к активному занятию спортом и просто зарядиться энергией, а также показал, как правильно выполнять индивидуальные и парные упражнения. Значит, укрепляем с вами мышцы ног. Ножки на шею, делаем полуприсед. И встаем, а я руками давлю, встаем до конца. Еще садимся, встаем до конца, встаем ниже. Вот так. Спортивные, интеллектуальные и творческие мастер-классы в Химках проходят каждый день. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.